Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова Кромвелл, и сегодня мы с вами продолжаем четвертый эпизод, вернее, начинаем главу. Называется она «Среди руин». Давайте начинаем. Как мы помним, с вами закончилось все очень даже неопределенно. Мы отрубили руку женщине этого Кенни, я забыл уж даже, как ее зовут. В общем, очень будет... И снова... Я не могу позаботиться о себе. Как же я должна расти ребенка? Растить. Я была с вами не полностью откровенна, когда пришла в ваш дом. Но теперь многие мертвы. И я не могу перестать винить себя в этом. Да. Плохой человек, но... Нет! Вот так вот, да. Нехорошо получилось, Кенни. Когда прикрываешь себя их запахом, обмазываешься их кишками, они не отличают себя от своих. Да-да-да. Нужно просто быть спокойным, убедиться, что хорошо обмазался. Все будет отлично. Тут Кенни навалял. Иди, тебе не нужно это видеть. Я не пойду. Вот так вот. Пам. Да-да, этот жестокий момент от Сама. И тот самый выбор, который был последним, я надеюсь, что я сделал правильно. Но там по-другому, в принципе, и никак. Они показали выбор странно. Ну, в общем, остался она без руки. Без половины руки, я не знаю, как правильно. Но отцапал я там много очень. И вот сейчас все неопределенно. Я даже не знаю, что случилось. Ну да, отрезали мои руку. Очень надеюсь, что Кенни не поедет. Ты. А, они ее все равно сожрали. Но у нее был шанс, по крайней мере. Сарита? Ее звали Сарита, все, вспомнил. Все. Куда ты? Кенни. Боже мой. А все, ее искусали, бесполезно. Ты не можешь умереть. Я не дам тебе умереть. Их слишком много, нужно идти. Ну же, дед. Кенни, нам нужно уходить, ну же. Отвали от нас. Это все твоя вина. Это не должно было произойти. Кенни, я не хочу снова оставаться один. Кенни! Она скоро превратится, тебе ее не спасти. Пожалуйста, Кенни. Не дай ей убить тебя. Она скоро превратится. Кенни, для тебя! Я надеюсь, ты меня простишь. Ты сам бы это не смог сделать. В конце концов. Ну, ты меня теперь заненавидишь. Я не могла этого допустить. Сам подумай, малявка? Черт возьми, пошли уже! Это на твоей совести, Клементина. Ну, естественно, он мне это сразу так не простит. А, ну угадайте, кого оставили одного и кто будет опять один справляться. Руки! Руки свои! Убери от меня! Я нажал. Тихо. Я иду за Сарой. А за мной кто пойдет? Ну нет! Ты же только живи. Ник, ты тоже должен жить. Ты не такой же плохой. Кенни? Оставил меня. Ну что за ублюдок, а? Нет. Сзади, сзади, сзади! До свидания. А, так вот. Уйди. И топор отдай, да. Нечего топоры забирать чужие. А, обмажешься еще разок. Такой ужас, на самом деле. Просто одни остались. Снова. Лучше молчать. Просто молчать сейчас. Надо выйти из этой толпы и уже потом искать кого-то.
Тихо. А, это ты. Слава богу. Я не смогла никого найти. Я знаю. Что нам делать? Нам нужно идти дальше. Ребекка, нам нужно продолжать идти. Действительно, сейчас нет смысла оставаться на месте. Лучше идти, передвигаться. Ходячие все еще идут к магазину. Мы сможем выбраться, если будем держаться вместе. Я рада, что ты здесь. Я буду с тобой. Спасибо. Да, конечно, что ты. Мне сказали за тобой присмотреть. Нам нужно найти способ добраться до деревьев. Может, где-нибудь есть просвет? Видишь что-нибудь? Вот. Вот. Но они очень быстро закрывают этот просвет, поэтому это очень тяжело. Черт, вернись обратно. Воу. Джейн. Тихо. Все нормально. Успокойтесь. Сейчас она нас выведет. Нужно идти медленно, и тогда все будет хорошо. Я не могу. Должна помочь. Пожалуйста. Она не может идти. Нам нельзя разбивать группу. Будет, если... А. Я сейчас еще раз. Нам нельзя собираться в группу. Будет лучше, если мы разделимся с вами. Все будет в порядке. Вот что она имеет в виду. То есть мы разделимся. Я буду с Ребеккой. Это твой выбор. Ну а что ты хотела? Она беременна, ребеночек. Мне сказали присмотреть, я же не оставлю ее. Черт. Нам нужно пробраться через это стадо ходячих. Их слишком много. Можем сделать отбойник. Что? Увидишь. Вот этот достаточно легкий. Я обойду ее, тебе нужно привлечь ее внимание. Да, легко. Так. Эй. Сюда. Иди сюда. А. Ты теперь больше никого не укусишь, верно? За мной. Держитесь рядом. Если останетесь, я не смогу вернуться за вами. Ну, естественно, тихо-тихо, мы не отстаем. Не отставайте. Я бы еще шифтанул. Чуть поближе бы встал. Ну, ладно. Тихо. Руки. Руки свои. Даже не думайте. Вот и все. Идем. Ну вот и вышли. Джейн нам помогла. Скорее всего, она для меня это сделала помощь. То есть помогла мне, нежели Ребекке. Мне кажется, у нее какая-то некая симпатия ко мне. Она видит кого-то во мне, возможно. Что-то такое, но что-то странно. Почему он, с чего бы ей помогать? Она же одиночка. Верно? Как она сама нам рассказывала. То есть у нее есть какой-то мотив. Очень интересный. А мне надо, кстати, звук проверить, потому что какая-то беда с ним. Почему-то диалоги очень тихие. Так, нет, отмена. Мне нужно настройки. Ауди. Музыка, звук. Субтитры, яркость. Возможно, звуки побольше, а музыку потише, что ли. Я не знаю просто в чем дело, но диалоги очень слабо слышны. Я надеюсь, такого на записи не будет. Может, это у меня только. Да, вот с ребенком это очень интересно. Кстати, ребенок-то он, в принципе, может и не родиться. Ну, то есть, как бы родиться, но уже мертвый, потому что все-таки сейчас апокалипсис. Кто знает, что у него в животе может быть сейчас? Ты в порядке? Нет, я не в порядке. Так давай остановимся. Мне станет лучше, когда мы доберемся до места. Нужно убедиться, что все выжили. Люк, Сара, Кенни. Господи, а что если они погибли? Ты слишком рано их хоронишь. Все хорошо будет. Если они погибли, мы в этом не виноваты. Не смей так говорить. Ладно, прости. Боже, я даже не знаю, в безопасности ли мы. Что если стадо все еще идет за нами?
Мы присмотрим друг за другом. Самое главное — двигаться в темпе. Я знаю. Просто я иду быстро, как могу. Но тебе тяжело, мы могли бы передохнуть, в конце концов. Я знаю, что должна быть рада, что мы сбежали, но я не могу перестать думать об остальных. Как я могла оставить Элвину? Это было глупо. Да как? Побег — это глупо? Слушайте, я знаю, что вы все решили выбраться, используя стадо. Может быть, что? Джейн спасла нас, в конце концов. Я не знаю, что бы мы делали без тебя. Не превышай мои заслуги. Я хочу сказать, что если бы вы... Я хочу сказать, что если бы вы... не запаниковали, то все закончилось бы гораздо лучше. Конечно, мы запаниковали. Мы были напуганы. План был хорош, а вот исполнение подкачало. Судя по всему, ты говоришь, что это была их вина. Что? Я не это имел в виду. Просто... Что такое? Мне нужно остановиться. Простите. Я не хочу нас задерживать. Но мне нужна минутка. Конечно. Не спеши. Спасибо. Ну что ты? Она без мужа осталась. Это очень херово. Элвин должен быть здесь. Я не знаю, что сказать. Какой у тебя срок? Я не хочу застрять здесь. Вот-вот должен родиться, судя по размеру живота, мне кажется, то, что... Что ты собираешься с ним делать? Что ты имеешь в виду? Эй, прости, я поддерживаю разговор. Забудь. Нет, что ты имела в виду? С кем? С моим ребенком? Я просто рассматриваю худшее развитие событий. Вы с Клем сами ребенка не вырастите. Мы присмотрим за ним вместе. Даже если так, ты сможешь вечно всех защищать? Ну? Думаешь, я не смогу присмотреть за ребенком? То, что ты злая одиночка, которая нафиг пугает всех остальных, не значит, что ты самая крутая. Я сталкивался с этим. Когда все началось, я была сестрой. Она погибла? Что с твоей сестрой? А? Слишком жестоко. Мне не нужна твоя жалость. Слишком жестоко. Ты не... You don't have the right. Не имеешь Jane. Права, Джейн. Да. Она не хотела. Right? Правда же? Damn it. Черт побери. Надо слова подбирать. Она, конечно, тоже не хороша, но ладно, что. А вот, кстати, то место сам. О, мы не можем просто сидеть сложа руки. Где Кенни? Я знаю, знаю. Они скоро будут. Черт возьми. Кто это у нас? Вас так долго не было. Мы начали думать, что больше никто не придет. Кенни здесь. Как Кенни-то? Ой, он, наверное, вообще. Как Кенни? Я пытался поговорить с Кенни, но он накинулся на меня. Начал орать. Было жутко. Я знаю, что он здесь, что он это не со зла, но было страшно. Он с пистолетом. Пистолет забрать у него быстро. Как минимум. Я не знаю, что на самом деле думать об этом. Я боюсь к нему приближаться. Что, думаешь, он тебя пристрелит? Это мне стоит поговорить с ним. Это моя вина. Эй, ты поступил так, как считал нужным. В данной ситуации все поступили так же. Да я не уверен. Отрубить ей руки — это было, наверное, самое странное, что я мог. Сарита. Где бы ты ни была, прошу прости меня. Я не могу снова быть один. О, боже мой. Кенни, ты не должен поехать. Неужели ты поедешь? Да ладно. Ну да, ты злой. Думаешь, я не знаю, о чем вы там шепчетесь? Что там с Кенни? Почему он себя так ведет? Думаешь, с Кенни все в порядке? Это я сейчас слышу ото всех. Uh,
Я волнуюсь за тебя. Волнуешься, да? Это мило с твоей стороны, учитывая, что это в первую очередь твоя вина. Какой ты все-таки Кенни, блядь. Зачем ты себя так ведешь? А ты угадай, Клементина. Я пытался спасти ее. Думаешь, если ты маленькая девочка, значит, тебя можно убивать людей, и все будет похер? Думаешь, что ты сказала «прости» и все про это забудут? Ты ошибаешься. А теперь уйди отсюда и оставь меня в покое. Я схожу с ума от того, что сижу без дела. Дай ему время, Майк. Еще рано. Клем, как все прошло? А как ты думаешь? По-моему, это было слышно. А вам не нужно это знать. Это наша с Кенни. Ничего. Я просто промолчу. По крайней мере, и все же это нам нам, короче, нужен какой-то план, поэтому у нас нет ни еды, ни воды, становится холодно, да и уже темнеет. Нужно что-то делать, она имеет в виду. Когда придут остальные, они скажут, что делать. Люк что-нибудь придумает. А где Люк, кстати? Мы думали, что придумали план. Майк, Бонни, что такое? Майк прав, нельзя сидеть сложа руки. Мне кажется, лучше здесь остаться. Это место встречи. Нам нужно оставаться здесь. Это безопасное место. Клементина права. Если мы отсюда уйдем, они нас не найдут. Ладно, хорошо. А пока вы с Клем можете пойти туда, может, найдем их? Кто пойдет искать их? Клем отлично справляется в лагере Карвера. Хорошо, если она будет приглядывать за мной. За кем? За мной? С тобой? Это ты скорее за мной будешь приглядывать. Если они живы, то будет недалеко. Мы найдем их. Так или иначе. Спасибо. Пойдем прогуляемся, значит. Поищем. Ребекка, если что-то пойдет не так, у тебя есть чем защищать себя? Да, вот это. Не думаю, что это мне пригодится. Не знаю, но лучше тебе держать револьвер у себя, короче. В общем, пойдем, Клем. Пойдем, посмотрим. Может, что-нибудь да увидим. Ситуация очень неприятная, на самом деле. Насчет Кенни. Все-таки я думаю, что я... Ну, ее все равно не было... нельзя было бы спасти, так что это был единственный такой шанс, который я мог сделать, отрубив ей руку. Я до сих пор об этом думаю. Не знаю. В принципе, это было правильно, но я бы ее и так не спас. А Кенни, что-то он совсем... Ну, все уже. Столько просто дерьма произошло, это можно понять. За всю... Все серии игры. Я буду с тобой откровенно. Я искала повод уйти недалеко от них. Да и ты должна понимать, что вероятность найти твоих друзей очень мала. Тогда зачем мы ушли? Я хотел поговорить с тобой вдали от остальных. Ты не прожила так долго, если бы не была глупой. Но все же, я просто хочу тебя предупредить. О чем ты хочешь меня предупредить? Твоя группа разваливается. Я видела такое раньше. Ну и... выживать одной куда проще. Ясно. Знаешь что? Знаешь, много плохого случается, когда ты одна. Зато у тебя больше шансов. Тебя никто не будет прикрывать. А когда случится что-то плохое, тебе никто не сможет помочь. Действительно. Чем тебе сложно помочь, например, Кенни, после всего, что с ним случилось? Он обуза для группы. Да и положение Ребекки все усугубляет. Знаешь что? Группа сломленных людей. Так. Я не знаю, что ответить. Надеюсь, ты прислушаешься ко мне. Да пошла ты в задницу на самом деле. Скажу честно, мне нравится твоя группа, но она разваливается. Скоро начнут умирать люди. Знаешь что, я тебя... Тогда зачем ты взяла меня с собой? Вот именно. Я же говорю, я просто хочу научить тебя выживать. Например, твоя куртка. Она теплая, но ходячая без труда ее прокусит.
Моя сестра Джейми была кожаная куртка. Жаль, больше ее у меня нет. Ты бы могла. Что могла? Что я бы могла? Неважно. У тебя же есть вещи, которые мне хотелось бы вспоминать. Знаешь, быть старшей сестрой, это весело. Мне нравилось делать разные пакости. Какие? Ну знаешь, прятать ее игрушки, издеваться над ее прической, делать ее плохую прическу. Намеренно. I figured I should get it out. I don't even know why. Whoa. Ага. Really, ты и вправду подлая. What could I do? Что еще But делать? Она думала, что я лучшая подруга. А я пользовалась случаем. Каждое лето мы ездили в Вирджинию в парк, но больше всего мне понравилось на аттракционах. А там никто не знал, где мы, и я притворялась, что мы не сестры, а просто друзья. Отлично. Джекпот. Уверен, у этих ходячих есть что-то ценное. That one's not coming back. See what else he's got. Разве мы не должны искать Сару, Люка и Ника? В подобных ситуациях надо спросить себя, стали бы они рисковать, чтобы спасти себя? Тебя. А знаешь, я знаю ответ. А что насчет... Люк побежал за Сарой, чтобы спасти ее. Уверен, ради меня он сделал бы то же самое. Ладно, но сначала я покажу тебе кое-что. Это поможет тебе найти твоих друзей. Эти ходячие Что, недолго здесь лежат? Взгляни. Старые ходячие можно не трогать, ты найдешь кредитные сломанные пейджеры. Но эти стали ходячими недавно. Раньше они были выжившими. У них есть что-то полезное. Посмотри, что у него есть. Я обыщу этого. Мы занимаемся не тем делом, вообще-то. Но ладно. Почему бы не пошариться в карманах? Пульки. Две. Оставь их себе. Сначала патроны трудно найти, а ходячих меньше не становится. У меня есть некие подозрения насчет всего этого, но я, пожалуй, пока при себе это придержу. Есть что-нибудь? Водительские права. Две штуки. Видимо, некоторым не удается оставить прошлое позади. Так. Пусто. Классная стрижка, спасибо. Это твоя группа и правда постоянно ругается. Я с этой группой недавно, не знаю, как она была раньше. Да. Но Кенни был другим, это я знаю точно. Действительно, Кенни что-то совсем уже раз этот. Это все. Пилка для ногтей. Очень полезная штука. С ее помощью можно заточить нож, развести костер. Джейми всегда носил пилочку в своей сумочке, а я вечно колола об нее руку. Что-то ты много о своей сестре, знаешь, вспоминаешь, и тут внезапно я тебе нужен. То есть, как бы это очень-очень-очень странно. Просто задумайтесь об этом. У нее пропала сестра, и она мне все время об этом твердит. И может это что-то значит? Раз я для нее не просто так. То есть она что-то мне рассказывает. В таких вещах нельзя быть уверенным. Помоги-ка мне. Давай, помогу тебе. Толстячок. Давай. Очки. Оу, это очки Сариты, да? Или как? Нет, не Сарита. Сары, я путаю их немножко. Похоже, твоей подруги больше нет. Это еще не значит... Может быть, это добрый знак. Не обнадеживай себя. Слушай, Клем, я знаю, что ты ждешь. От меня ждешь, но... Черт... Сара, черт тебя подери.
Это они. Ладно, идем. Нам нужно подобрать путь. Похоже, туда можно пройти. Оу, это кто? О, нет, это же Ник. Да? О, Ник, ну что ж ты? Это Ник. Это твой друг. Это должна сделать ты. Прости меня, Ник. Ну, конечно же, еще ты не с первого раза погибнешь. Дай-ка топор сюда. Да. It's all right. Не бойся, все кончено. Если придется устранить Сару, Люка или еще кого-то, ты должна быть к этому готова. Да что, чему ты меня учишь, я не понимаю. Легче не становится, верно? Да уж. Это твой топор. Он легко застревает. Из-за него ты можешь погибнуть. Вот, возьми это. Снова она меня учит. Ты во мне сестру свою видишь. Она эффективна. Мы справимся. Не похоже, что они в безопасности. Время идет. Надо быстрее. Я готова. Знаю. Нам нужно осмотреться. Мы везде ходячие, что тут осматриваться. Давай ты возьмешь на себя ближнего, а я перепрыгну через ограду и возьму себе дальнего. Ну же. Ты мне дала штуку неудобную. Топором хоть размахивать можно было. А, ну, в принципе, нормально. Неплохо. Ты знаешь, как за себя постоять. А теперь смотри. Это неплохое дополнение к арсеналу твоему. То есть, какой-то приемчик. Опа! В коленку. И в голову. Сначала сделай ему подсечку, а когда он упадет, добей его ударом в голову. Ну да, это попроще. Ладно, посмотрим, сколько их там. Вот этого сначала убить надо. Определенно. Рада, что ты меня слушаешь. А, вот теперь мы можем побежать вот туда. А зачем рука нужна, я вообще не понимаю. Ну, к машине бежать. Какие-то крики. Так, ну давай возьмем. Вместе, я так понимаю. Как меня научили. Сначала по коленке. Подсеку. На. Твоя. Легко и просто. Ты сделал подсечку. Отличный прием. Надо отвлечь их. Там много ходячих. Похоже, что они чем-то заняты. Знаешь, что привлекает внимание мертвецов? Люди. Звуки, скорее. Как нам пробраться внутрь? Если мы достаточно пошумим, то можем отвлечь ходячих. Прорваться через улицу и выйти с той стороны. А затем отправимся в трейлер, найдем твоих друзей. Да, все правильно, то есть мы обойдем. Давай. Давай попробуем. Отлично. Я видел машину. Я думаю, машину все-таки. Смотри. Я тебя прикрою. Давай. Так, это явно телек не поможет. Он же не включится без питания. Вот что нам нужно. Ключей здесь, ну как, конечно же, нет. Давай-ка побибикать, мы не сможем. Может так просто побибикать? То есть мы бибикаем и бежим. It,
Им что, пофиг, что ли? Это же так громко. Отлично. Но нам сделать так, чтобы он продолжал, короче, гудеть. Но для этого нам нужно его чем-то обвязать, возможно, или... Не знаю, как-то это дело все подпереть. Что у нас в багажнике? Пусто. Тогда неинтересно. Неужели нам придется вкопаться в мусоре? Походу, придется. Что тут есть? Вот у тебя. Осмотреть хотящих. Просто посмотреть, что ли? Может, у кого-то из них есть что-нибудь? Что скажешь? А, точно. Если мы положим его голову на руль, то гудок будет работать и привлечет ходячих. Помоги мне. Я не прочитал диалог, ну ладно. Я думаю, вы прочитаете. Давай. А мы его даже не проверили, живой он, кстати, или нет. Ну, а, ну мы же его убили, в принципе, что это я. Ну ладно. Пам. Теперь нам лучше бежать. Работает. Тут еще ограда небольшая, поэтому это какое-то время будет их держать. Скорее. Сейчас мы прорвемся быстренько и выйдем уже с той стороны. О, ты кто? Вырубает. Сзади, сзади, Клем. Подсеку. Я все помню. Давай. Что случилось? Кто это? Черт, живо за мной. Как? Зомби не мог выпасть, правильно? Что случилось? Закрыто. Придумай что-нибудь. Нам нужно постучаться. Эй, ребята, вы там? Не думаю, что они услышали. Я придержу их. Надо придумать, как открыть дверь. Так выламывать. Что тут придумывать? Да я... Я же девочка. Да ладно, я дверь выломал. Господи, боже мой. Почему тогда я не... Да, это очень странно. Я выломал дверь ногой. Зомби там своими огромными телами. Помоги мне, скорее. Давай. Сейчас быстренько закрою. Есть. Вот и все. Сара, пожалуйста. Кто там? Люк. Это мы. Клем? Слава богу. А что с ней, мне интересно? Почему она кричит? Он побежал здесь. Надеюсь, помощь придет. Мы видели его снаружи. Он был там. Но мы ни о чем не позаботились. Но о нем... мы о нем позаботились, сам понимаешь. Короче, это был... Он... А не про Ника. Ник умер. Да. Это очень плохо. Где Сара? Я не знаю, что с ней делать. Она укушена. По-любому укушена. Блин, а Сара. Вы должны помочь. Сара, послушай, это Клем, видишь? Я же говорил, что она в порядке. А, так ты живая. Тебя не укусили, ты просто... Но я все-таки спрошу. Ее укусили? Нет, ее не укусили. Просто она... Я не знаю, что делать. Я не могу привести ее в чувство. Я пытался нести ее, но, похоже, Карвар потрепал меня сильнее, чем я думал. Понятно. После смерти Карлоса она сошла с ума, бегала по лесу, как сумасшедший. Я погнался за ней, а затем... Затем она увидела трейлер и забежала внутрь. Я рад, что вы пришли. Мы все еще в безопасности. Что нам с ней делать? Давайте поможем ей встать, а затем двинемся в путь. Нет, это не сработает. Она начинает нервничать, когда к ней кто-то подходит. Ну, меня-то она знает. Послушайте, я... Очень скоро они сюда ворвутся нам. Нам здесь не оставаться. Нельзя, короче. Нам нужно поднять ее на ноги или бросить здесь. А, черт! Ну, я пытался уже несколько часов. Я с трудом заставил ее посмотреть на меня. Клем? Только я, ребят, только я смогу. Тут уже... Дело мое. Сара, это я. Тебе нужно взять себя в руки. Некоторым людям просто нельзя помочь, понимаешь? Я видел такое. Да пошла ты, я смогу все. Я хочу помочь тебе. Когда мы познакомились, ты помогала мне, теперь я помогу тебе. Все правильно. Ты? Тебе, может быть, кажется, что ты одна? Но это не так. Действительно, хватит.
Все. Это так, вот. А как же Люк, Джейн и я? Мы здесь ради тебя, вся группа. Все мы. Семья. Почему ты говоришь, что ты одна? Мы окружены. Что насчет Люка? Сверху. Это единственный выход. Клем? У нас нет времени. Есть у нас время. Мы больше не дети, Сара. Тебе нужно вырасти, иначе ты умрешь. Других вариантов не дано. Ну, я... Очень быстро. Но... Люк, живо! Давай подсажу тебя. Вот черт. Что там происходит? Нам понадобится что-нибудь, на что можно встать. Люк, помоги мне удержать дверь. А, блин. Клем, найди что-нибудь. Вот табуреточка есть. Она будет маловато, да? Как насчет этого ящика? Он слишком маленький. А, холодильник. Забудь. Нам его не сдвинуть. Найди еще что-нибудь. Ну да, действительно. Стол, на котором вы стоите. Может, используем его? Да, потому что... Это могло сработать. Ну, потому что там больше нечего брать. В смысле? Вот черт. Вы готовы? Я буду держать дверь. О, боже мой. Три. Ну, не один же. Ну, ладно, хоть не один. А, нет, я утащу все. Я уже думаю, меня сейчас на двери поставят, ящик сдерживать. Тогда я уж совсем расстроился бы в игре. Как это так? Воу-воу-воу. Помоги ей. Джейн. Да-да-да. Сейчас. Ну я не могу. А почему? Где действие? Понял. Назад. Толкайте, ну же. Да мы толкаем. Забирай их потихоньку. Дотолкали. Так. Люк, ты пойдешь первым, в общем, потому что ты раненый. А потом уже мы за тобой. А ну же. Клем. Сара, нам нужно уходить. Ты меня слушаешь? Клементина, сейчас. Ее не заставить уйти, она сама этого не хочет. Не дай ей утащить тебя за собой. Только не снова. Да смогу я ее поднять? Что вы какие? Это же легко. Слушай, я знаю, что ты пытаешься сделать. Это не сработает. Я больше не могу. Да приходи ты уже в себя. Ну что ты такая? Прошу. Тебе не спасти ее, Клем. Нам нужно уходить. Дайте мне возможность. Поверь мне, я с этим сталкивалась. Скорее. Давай! Живо! Быстро! Хватай ее. Ой, и ты, надеюсь, я тоже успеешь. Все хорошо, успел, боже мой, а если бы я ее оставил, не смог. Нам нужно уходить. Вот, вот так-то, ну, я знал, что это можно. Ну как так оставить Сару? Сейчас бы еще одного члена нашей группы потеряли. Глупая ты дурочка. Не мог же, ну. Она в конце концов нам помогла. Я не мог это забыть. Даже помните. Вот и все. Выбрались. Легко. Ладно, слушай, я не хочу ныть, но нам еще долго идти. Почти пришли. Слушай, Сара, ты можешь пройти через это? Мы справимся, я обещаю. Но я не в порядке. Просто пытайся. Можешь? Да, хотя бы попытаться. Ей нужно немного времени, Клем. Оставь ее в покое. Нет, я не оставлю ее в покое. Вот ты на самом деле... Так мне надоело. Ты вечно мне указываешь, что и как. Настолько сильно обо мне не заботится. Никто не из группы никогда не заботился. Я уже даже, знаете, как-то привык к этому, то, что все забивают на Клем, и Клем всегда тащит. А тут внезапно ты, мол, бросай ее, делай так, группа у вас распадает, все дерьмово, лучше останься со мной. Вот на это она намекает. А знаете почему? А потому что она видит во мне свою сестренку и...
Она хочет, я не знаю, как это объяснить сейчас, но я думаю, потом эта игра раскроет нам всю эту суть, потому что, ну, это дикость. Не знаю, что делать. Ее состояние создает неприятности. Ты перестань, ты уже нагнетать на всех, ты нагнетаешь. Что там произошло? Когда мы затащили туда, ты была готова помочь, но потом что-то изменилось. Слушай, я видела подобное раньше, я просто не хотела оставаться там и смотреть, чем все закончится. А, я промолчу, ладно. Ты ведь вытащила ее сегодня, но это не значит, что ты ее спасла, поверь мне. О, какая ты все-таки. Я тоже пыталась спасти Джейм, но она сдалась. Твоя сестра — это не показатель всего, потому что вечно... Ох, я просто не могу поверить. Как только вы сказали «валим», я тут же побежал на крышу. Я будто все решил для себя. Так... Люк, это не должно гложить тебя. Зачем ты себя винишь? То, что ты побежал первый, что ли, или в чем дело? Ты был ранен, это было нужно. Я не могу об этом забыть. Я протащил сестру через 4 штата. И каждое утро она говорила, что не хочет вставать. А я переубеждал ее, или бил ее, или тащил ее на себе, если надо было. Но однажды... Ходячие загнали нас в угол на крыше. Они подступали к нам, а я не могла заставить ее прыгнуть. Не могла перебросить ее. Поэтому я поступил иначе. Я сказал ей, что случилось. Случится то, что она ждала. И оставил ее там. Джейн, мне правда жаль. Но твоя история не относится ко всему. Это мучило меня долгое время, но потом я поняла, что перетащила ее через ад. А ведь единственное, что на самом деле она хотела, чтобы ее оставили в покое. Сара думает, что это что-то также. Сара не Джейми, разные люди. Вы не можете знать наверняка, чем все закончится. Люди не меняются. Но люди разные при этом. Ты понимаешь, что твоя сестра... Ну же, давайте вернемся к своим друзьям. Твоя сестра — это не показатель всего и сразу. Люди-то действительно разные. Кто знает, что будет именно с этой Сарой, а не с твоей подругой... Ой, подругой, сестрой. В конце-то концов, почему? Не нравится мне это. Мы вернулись. Нихера себе. Все вернулись. Вы вернулись. Да, честно говоря, я сам удивлен, что пришли на помощь. Если бы не Клем и Джейн, я не знаю, что бы, чем бы все закончилось. Сара, как ты, дорогая? Все в порядке, дорогая. Поговорим, когда будешь готова. Я рада, что ты здесь. Постойте. А где Ник? Ника больше нету. А Ребекка? Ребекка. How about we go for a walk? Мы можем отойти на минуту? Let's just give Давай не будем им мешать. Мне, кстати, тоже нужно поговорить с тобой. А знаете что, давайте пока на этом закончим. И продолжим уже в следующей серии, потому что достаточно пока для этой серии. Увидимся уже с вами в следующий раз. А если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, оценивайте. Всем удачи и всем пока.